Так, вот такая вот плитка керамогранитная, глянцевая, 60 на 60. Вот сразу на сухую вымеряю все, ложу на столешницу. Под пенечек уводим вокруг плиты. Вот. Лучше резать на вот такой вот штуке, мягенькой, чтобы не лопалась плитка, если какие-то кусочки тонкие режешь. Вот столешничку здесь забомбасили. Все вымеряем. На полочку буду ложить. Вот, а потом все это будем клеить одним разом. Так, поклеил я плиточку. Освещение плохое, сейчас покажу. Вот так вот поклеили плитку. Подоконничек, все подошло. Ровный будет подоконник. Плита. Все на уровне. Сюда положил плитку. Так. Вот здесь вот моечка. Тоже плиточка, все идет. На полочках не буду показывать, там бардак. Немножко, ну, поклеено все. Вот так вот получилась у меня плитка. Столешница симпатичненькая. Друзья, покажу, как, значит, я буду делать подоконник. Он у меня должен быть на одном уровне со столешницей. Лазером я это все отбил. Вот так вот, чтобы все было одинаково, поставил вот меточки. Верхняя, нижняя. Это будет толщина такого подоконника. Вот так забиваю сеткой. В эту пену вот так вот загоняю концы сетки, чтобы упор был. Здесь прибиваю пистолетом. Потом все это дело раствором закидаю. И как облагородить угол. Значит, здесь у меня будет полка. В середине будет, наверное, идти какой-то ствол дерева. Я еще сам не знаю, но забиваю. Вот так обвязываю это все сеткой. Уже я в некоторых видео показывал, как все это делается. Вот. Снизу обвяжем. В общем, везде забиваю. Там, где у меня будет отделка какая-либо, забивается все сеткой. Под свою отделку я бью сетку везде, кроме газосиликата. Вот так вот забил. Тут у меня тоже двери буду обрамлять. Все сеткой забивается, раствором потом все это закидывается. Вот тут вот еще сеточку я кручу, тоже показывал. Так, ну вот так вот. Так, короче, сразу начал задувать пеной. Хотел углубление, свободные места пеной забить, а потом раствором закидать. Но это перерасход идет. Пришлось, значит, закрутить сеткой мелкой поверх этой 25 на 25. Вот так у меня получилось. До самого верха закрутил сеткой. Короче, дерево будет внутри пустотелое. Сразу хотел пеной заделать, но это экономически невыгодно. Вот, так что такие делишки. We'll be right back.
Так. Везде сделал гребенку. Загребенил. Это уже подготовка к финишному отделочному слою. Здесь у нас тоже будет дерево на углу до самого низа. Красиво будет смотреться зонтик. Тут гребеночка тоже у нас все, гребеночки. Деревце. Окошко обработал. Тоже гребенкой все. Так, тут у нас дверь сделал красиво. Теперь никакие зубы не торчат. Сейчас чуть свет поверну. Вот, короче, так. Плохо видно, конечно. Вот. Везде гребенка. Подоконник, плитка будет. Здесь тоже будет у нас дерево. Бревно, как говорится. Лысое бревно. Здесь тоже вся стенка уже гребенкой сделал. Тут камень будет спускаться. Тоже в углу дерево будет. Ну, в общем, как-то так. Все обработано, готово к нанесению финишного слоя. В понедельник будем накидывать. Так, положил плиточку на дерево. Ну, здесь вы уже видели. Так, всю гребенку вы уже видели. Окно готово, плитка. Здесь готово. Тут готово. Вот, все, уровень будет. Так что я для отделки финишной все уже подготовил.